центре Рима у церкви обрушилась крыша. В момент обрушения церковь Сан-Джузеппе ди Фалин была закрыта для посещения. Данных о пострадавших нет. В Риме у церкви Сан-Джузеппе ди Фалин, расположенной в центре города вблизи античного форума, обвалилась крыша. Об этом сообщает в четверг, 30 августа, издание «Медуза». Сейчас данных о пострадавших нет. В момент обрушения церковь была закрыта для посещения. Что стало причиной обрушения, пока неизвестно. Как сообщается, в результате падения кусков кровли получила повреждение античная мамертинская тюрьма, расположенная под церковью. Напомним, ранее 10 человек погибли при обрушении домов в Иране. Перед этим сообщалось, что на концерте Backstreet Boys обвалилась арка, 14 пострадавших. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.